8 октября. Вот и заканчивается день, и прошел он под знаком Крымского моста. На этот час уже включили обычную иллюминацию арок моста. Официально объявлено о восстановлении железнодорожного сообщения, и соответствующие составы уже пошли. Ну а также по одной из полос пошло автомобильное движение. Причем уже буквально завтра обещают открыть вторую полосу. Ну а также уже часть грузовиков также поедет через Крымский мост. А паромная переправа будет работать бесплатно некоторое время до полного восстановления Крымского моста автомобильной части. Также бесплатное проживание для тех, кто задержался. Ну а сейчас все-таки, друзья, о так называемом